Всем доброго дня, доброго утра. Ну, сегодня солнечная погода хорошая. Но я успел уже кое-куда съездить, на рынок. Вот. В субботном рынке был, в субботничном. Я хочу сразу вам сказать, что... Да. Очень много чего подорожало. Очень много чего подорожало. Ну, не смертельно, но подорожало. Помидоры, ну, 5 лир, 6 лир. Картошка, 5 лир. Вот, рыба, кефаль, короче, 50 лир. Рыба, хамса, 35 лир. Вот так вот. И одновременно успел выполнить просьбу моего и друга, и подписчика, казаха парня. Вот. Он вчера звонит. Дядя Ахмед, у вас везде здесь знакомые есть. Аккумуляторы на мотоцикл, говорит, сели. Сходите, пожалуйста, по дороге. У вас же знакомый, ну, узнайте. А я к своему старому другу заехал. У него свой ремонтный цех мотоциклетный, вот это, велосипедный, все. Я говорю, а ну-ка давай быстро мне прайсы. Сколько сейчас стоит? Оказалось, что около 38 долларов сейчас. Вот. Аккумулятор одна штука. А ему надо 5 штук, 5, 4. Почти 200 долларов, чтобы сделать новый мотоцикл электрический. Это сколько же будет? Так, 100 долларов это 1400, 1400. В общем, 3000 обойдется. Ну, неплохо, короче, если все 5 аккумуляторов поменять. Вот, все 5 аккумуляторов поменять, мотоцикл года 2 будет ездить спокойно. Вот. Но сейчас, если исходить из того, что мотоцикл электрический стоит 15-16, а может еще уже и дороже. Я вот на электрический велосипед аккумуляторы смотрел. Было сначала 1800, сейчас один вот такой длинный этот стоит около 5000 лир. Обалдеть, потому что они, оказывается, немецкие. Вот. А электрический двигатель на задний, это тоже 5000. Кошмар, такие цены. Вот. Ну вот, попросил, выполнил. Отправили ему фотоотчет, фотографировал прайс, фотографировал сами аккумуляторы. Он мне поблагодарил, спасибо, что вы у нас есть. Я вообще привык выполнять, что мне просят. Вот. Честно говоря, не хочу, конечно, возвращаться на эту старую тему, но вот эти два, будем по-русски, скажем, гандона в прошлом канале, очень многих людей лишили дешевых квартир. Дешевых, хороших квартир, понимаете? Вот. После того, как они со мной поступили, мне пришлось, во-первых, 8 месяцев шло следствие. После этого мне пришлось даже те, которые просили помощи, посылать просто некоторых. Может, среди них и были хорошие, я не знаю, но не все же плохие. Вот. Они открыли дорогу, наоборот, мошенникам, которые, наоборот, на наших обогатились, пихая им, короче, это самое. Ну вот, идите, сдавайте тех, которые вот Алани, не имея ни гражданства, ничего, раскрывает все вот так вот. Давайте, приходите, покупают, продают картинку. А почему вы их не сдаете? Почему их не сдают? А почему меня сдали ни за что, ни про что? Все выборочно. Шовинизм. Шовинизм, я еще раз говорю, шовинизм и, как Владимир Владимирович Путин говорил, пещерный национализм у нас. Пещерный. Вот. Я привык, если мне что-то кто-то просит, хотя помочь, хотя те люди, которым я даже помогаю, не стоит ничего этого. Ничего этого не стоит. Не хочу удариться в психологию или философию, но...
некоторых людей, некоторые люди по положению, по всем остальным параметрам ниже меня разы. Но я и то им руку помощи подаю. И начинается, как ты руку подал, уже на твой горб залезает. Этот шарик становится уже чуть ли не твоим хозяином. Вот. Хорошо, когда люди просто спасибо говорят. Просто спасибо говорят, что ты вот так сделал, вот так вот. Вот. Плохо, когда об твое это самое добро, которое сделал, обтирает кое-что. А таких сейчас очень много, я же говорю, сюда еду. 90% шарики едут сюда, чтобы вы знали. Сейчас нормальных людей процентов может 5 даже. 95 даже, одни шарики. Вот. Купленными дипломами с темным прошлым, уголовным прошлым. Вот. Темные лошадки. Очень много таких. Очень много таких. Но не говорят они о себе, ничего не говорят. Кусты барахты ведут, короче. Как вот этот Маменко, есть сатирик, который играет этот, вот эти сценки, когда его он пришел устраиваться на работу, эта женщина говорит: что вы кончали? Ну, вы знаете, я сначала после 8 класса это сам вот это, все, говорит, принято вы это. Вот сейчас так, понимаете? Кусты барахты. Никто ничего не скажет, где он закончил, что он закончил, какую специальность. Кто он вообще есть? Поэтому очень будьте осторожны, ребята. Времена тяжелые пошли, волчьи времена пошли. Сейчас даже те, которые сам говорят, по принципу живут. Хватит мучиться, пора сучиться. Понимаете? Ну ничего, сегодня еще поеду по одному делу. Покатаюсь. Надо будет. Вот, попросили. Хотя, честно говоря, хотел поехать в зоопарк. Водопад хотел поехать. Но слово есть слово, слово надо держать. Вот такие дела. Ладно, всех вам благ, хорошей субботы. И пейте чай с мятой.